Друзья, это раздевалка настоящих мужчин, раздевалка игроков сборной России. Именно здесь начинается хоккей. Попасть сюда практически невозможно, но для зрителей Картина ТВ сделали исключение. Игроки будут чуть позже, но здесь уже все готово к игре. Например, форма капитана сборной Дацюка, человек, который выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и Кубок Стэнли. Кошечки. Кстати, форма весит около 17 килограммов. Наш вратарь за время турнира не пропустил ни одной шайбы. Капризов. Герой Олимпийских игр. Приставка Картина ТВ. Наверняка игроки разбирают игры в повторе. Архив, как всегда, выручает. Кстати, если вы пропустили игру по какой-либо причине, скачайте мобильное приложение Картина ТВ и смотрите 7 дней бесплатно. Болеем за наших. Россия, вперед!